Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Николая с ником BU или By Colex, вот такой вот ник. У нас сегодня коллекционер, накопленные самики, и сегодня мы будем ролить недостающих героев. Аккаунт, ну это не донатный. Сейчас посмотрим, что тут есть. Находится он в гильдии Танки X. Первые, вторые места. Факела нападаем 20-45 защита, 20-52 босс 3, 21-00. Кидайте заявочки, вступайте. Так, окей. Смотрим, что у него есть. Вот такой вот коллекционер. У себя я ролил. Конечно, у меня обошлось намного дороже это все. Укротитель выживания 6. За 15 слизней эмблемку дают. Вот пироги. Так, окей, с этим в принципе мы решили. Поехали посмотрим, что у него на аккаунте есть. Так, что у него по недостающим героям? Бигфута нет. Бигфут, Риббит, Асура, Махатма, Рогатка. И, скорее всего, Бугимена нет. Так, тыкалка. Ну, в принципе, учитывая Берс, что был раньше имба талантом, это нормально. Одер нормально. Анубис отлично, отлично. Ну, в принципе, все у него есть для веселой игры. Так, Рино, Рожай, Триант. Неплохие, неплохие герои. Так, Афинка без талантика. В общем, играть можно с такими героями. Что у него пройдено по подземках? Здесь пройдено, в принципе, не проблема. Так, по волнах. Аджай. Ну, в принципе, с его героями можно было бы уже и все затащить. Окей. Ну что, поехали. Будем пробовать что-то выбивать. Так, РТшка. ПБшка. Дед Мороз сразу же падает. Ну, поздравляю, скин на деда у тебя уже есть. Триантик тоже. Потом у нас за Трианта дают, то я уже забыл, награды. Так, 10 сумочек питомца. Ну, такое себе, я бы не сказал, что интересно. Так, поехали дальше. Душек. Капитан Дрейк. Индия. Афинка, неплохо. Сейчас, как обычно, на каркове нам ничего не упадет. Так, паладин. 30. Еще один триантик. Ну, давайте до 20к. Но герои падают неплохо. Вот смотрите, легенды сыпятся просто. Не знаю, сколько мы там их выбили. Сейчас в рейде посливаем героев. Фрея живучая. Так, окей, поехали. Тыкалка. Рыцарь.
еще один студенистый. Ну, не знаю, не знаю. Так, Гаргул. Череп. Даже череп нам упал. Так, что там у него на складе делается? Куча синей зелени. Так, сейчас немножко мы распихаем руны. Я бы, наверное, у себя, по-моему, первый и посливался. Так, окей, поехали дальше. Интересно, сколько мы в юнистах собрали уже. Так, одержимый, ведьма. Блин, ну герои вроде и падают. Так, Атлантик. Ну что нам скажет коллекционер? 11, ребята. Это то, о чем я говорил, что 40к уже просто не хватает. Просто ни о чем. Такс. Такс. Поэтому, если вы надеетесь на что-то мега на 40к уже, ну, смысла нет. Сейчас посмотрим еще. Так, забираем плюшки отсюда. Я еще забрал ему скин на ПБшку. Там у нас был наборчик. Скин на ПБшку и скин на заклинательницу, если я не ошибаюсь. На Деда Мороза у него есть. Так, сейчас мы что-то пооткрываем еще. Максимальная вместимость потом заберет. Ладненько, поехали, еще доролим. Бум. Седна. У него это все есть. Атлант. Как видите, 40к даже. 45, считайте, ни о чем. Поэтому, ну, не знаю, нету смысла ролить на коллекционера с таким количеством самым уже. В принципе, все. Не буду даже заморачиваться, нету смысла сливать на каждый аккаунт кучу самоцветов. Я предупреждал. Такой вот роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, копите самоцветы, потому что, как видите, с каждым разом у нас все больше и больше коллекционер требует накопленных самоцветов. Раньше это было 20-30к, возможно, кому-то и повезет сегодня за такую сумму выбить, но я вижу тенденцию, что все больше и больше надо самов, и от этого никуда не денешься. На сегодня, к сожалению, 50к это так, плюс-минус, смотря как еще повезет. В общем, вот так вот, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, после обновы будет как-то повеселей, особенно для донатов. Для бездонатов это будет реально печаль. Все. Пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.